После долгих новогодних праздников новая команда мэрии приступает к работе. Обновленный состав верхушки городской власти сегодня на первом в этом году оперативном совещании представил мэр Александр Син. С представления новых членов своей команды мэр Александр Син начал первую оперативку в этом году. На последней сессии были утверждены 5 его заместителей и 24 представителя исполнительного комитета. Из вновь назначенных замов только первый заместитель мэра Андрей Иванов. Судьба остальных уволенных со своих постов заместителей решилась довольно быстро. Все они уже работают в системе городской власти. Новак Наталья Володимировна, начальником головного экономического управления міської ради. Кузьмин Олександр Сергеевич, главой Ленинской районной администрации міської ради. Дорофеев Олег Миколаевич, начальником управления житлового господарства міської ради. В результате кадрового пасьянса своими должностями пришлось поделиться Владимиру Киянице, которого мэр взял к себе помощником, и Галине Охрименко. Она с должности начальника управления ЖКХ перешла на должность заместителя начальника. Владимиру Грищенко, человеку, который много лет был первым заместителем городского головы, новый мэр прочит большие перспективы уже на посту своего советника. Володимир Федосевич, мы домовились, что он будет опікуватись, допомагати Андрію Валерійовичу протягом якогось періоду входити в курс справ, а потім він буде керувати декількома проектами, ну, зокрема, проектом по відновленню наших парків і скверів. Таким образом, после существенных кадровых перестановок в мэрии, ни один из уволенных чиновников не остался безработным. Даже наоборот, сегодня на оперативном совещании Александр Син представил еще одного своего помощника – Александра Рощина. В период выборной кампании именно он представлял тогда еще интересы кандидата в мэры Сина в городской избирательной комиссии.